Женский мир, где каждая стремится в модельный бизнес, где молодые пизды, в анкетах записаны данные на каждую, где на систему чувик подсаживают. Вот она ее засосала туда же, где опасный. Забрали паспорт, посадили на хмурый, подсуетил поставщик Махмуд. И сегодня на дом доставят тому, кому надо. Но глупыки выбирают мохнатку. Она в толпе подруг на кумары. Какой-то мамбет ее покупает. Потом угар всю ночь, на утро пиздюли от кота. А счастье где-то там, и вот она рукав закатала. Уже так исколоты ее рычаги. И где же тот Ричард Гир, чтоб спасти, как в фильме «Красотка». Она ощущает себя полностью разобранной и ставит дозу. И под вечер какой-нибудь мудак толстый вновь прокатит ее нахуя. Зачем только из дома уехал торговать пиздой в этот притон? Сейчас уже не ответит никто. И поставившись наркотой, она засыпает во сне, пишет письмо маме. И новый день встретит ее кумаром. Ебанутый женский мир, где приходится быть жесткими. Коты их пилотки, но я крышу, сук, ловко. Я модный, ёптут. Ебанутый женский мир, где приходится быть жесткими. Коты их пилотки, но я крышу, сук, ловко. Она не особенно, около полусотни подруг в этом бардаке, у которых на проколах руки. Борются бы с кем, но приносят барыши, когда хоть и дешево стоит наркоши, манда. Припад еще ничего, у многих даже ВИЧ, таких сливают технично. Перо под ребра, ножовкой на куски, мешок в мусорный контейнер скидывают. Но моя бикса не из таких, она ставила собственным баяном и знала, то в хуях настоящая золотая жила. Чуиха модного пошиба, много бабосов мне в карман положила. Я распознал суку сразу, как увидал, сказал, я твой сутенер, и днем и ночью пасу ее. Ее мохнатый сейф обеспечил рыжье и гайки на все пальцы. Пацаны не парятся, когда втыкают залупы и месят ее тесто. Ведь для девочек как отец здесь. Ебанутый женский мир, где приходится быть жесткими. Коты их пилотки, но я крышую, сук, ловко. Я крышую, сук, ловко. Я модный сутенер, а вы все мои тёлки. Все мои подружки, рэперки, блядь. Все вы мои сучки, а я вами чисто руковожу, блядь. А вы шаловки с писклявыми голосками и прочими красавцы, блядь, ебаные. Иностранные, блядь, пиздёнки, еврейская. Еврейские тёлочки всегда в цене, блядь. Я чисто пимп, чисто пимп Мабангида, блядь. Ленина пакет держит этот бизнес. Ленина пакет чисто захватил, блядь. Привет, Маша Шеведан, блядь. Привет всем моим котам. Так, Оксимирон из Лондона. Слушайте рифмы. Слушайте рифмы. Это Оксимирон из Лондона. Шалом, шалом. Чисто йод. В этой женской стране женщины стали сильнее и умнее намного мужчин. Каждая вторая может разбить нище. Ебать в шахматы, как раз мистер Каспаров. Но лучше бы мы вместе с тобой переспали, дорогая. Я тебя увидел тогда в кофейне. Моя юда вспотела мгновенно, свет перед глазами померк. Кто эта модная подруга в углу листает? Вина его не притронулась к бухлу. Подлетаю, меня Саша зовут. Давай замутим любовь, я тебя к себе домой зову. На пару палок чай, но ты отказом отвечаешь. Ладно, давай попиздим сначала. Как вам писатель Минаев? О, он такой ебанутый, ты такая умная. Тебе нравится Кнут Гамсу? Эй, я все думал, в этой духовке я долго жарил бы колбасу. Своим подругам в пизду себя засуну. Я такой предсказуемый, я бы засунул туда иное. А ты, дорогая, тому виною, что днем и ночью обживал тебя от порой. Я очень модно забивал бы гол в твои ворота. Ведь это мой коронный номер, моя елда между твоих ног. И даже рэпер Шок не был бы так ласков с тобой. Камон, блядь, ты моя лошадь, блядь, а я твой ковбой, я. 21 век, вот он, матриарха. Но ты, по-моему, не такая. Я бы тебя в кабину напихал, это было бы нормально. Это было бы пиздато, блядь. 21 век, вот он, матриарха. Но ты, по-моему, не такая. Я бы тебя в кабину напихал, это было бы нормально. Это было бы заебись. В стране женщин в кабинку бы накинул строго. В стране, блядь, пилоточек. Отоварил бы, ебать. В кабине еще бы засандалил бы, блядь. Ебать сраку нахуй. В стране бобцов. Чисто в стране бобцов. Прокатил бы, блядь, на волосатом мотороллере бы, блядь. Родную нахуй. Вокруг столько умных
Сотен женщин, они носят усы, в печи бы жечь их, устроить, например, геноцид. 21 век, тёлки начитались книг. Эй, умницы, мы за лупы нюхни. Но сноп на голову перевернулся мир. Мужчины также перестали быть людьми. Вокруг одни существа непонятного пола. Это не похоже на пидорка такого. Я бы хотел видеть тебя абсолютно голой. И хотя модно продвигались наши любви разговоры, я хотел только порыва, хотел видеть твой черный треугольник, адские батоны. Бабан, ты такой подонок, подруга, ты такая торва. Давай пороться, например, ведь это здорово. И пусть мы едва знакомы, но не ебешь законы природы. Мы существа одной породы, ты не из тех, кому не подъедешь и на километр, как, например, какой-нибудь Ангели Меркель или тому подобный пиздец. Нет, ты не из тех, ты простая тёлка, я простой чувак. Так давай замутим сейчас модный роман, я. 21 век, вот он, матриархат. Ну ты, по-моему, не такая, я бы тебя в кабину напихал. Это было бы нормально, это было бы нормально, я. 21 век, вот он, матриархат. Ну ты, по-моему, не такая, я бы тебя в кабину напихал. Это было бы нормально, это было бы пиздато, ёпта. Это было бы заебись вообще. В стране женщин накинуть, блядь, в кабинет. В кабинет, чисто зарядись, ебаху. Ну а хули, ёпты нам? Мы ж, блядь, любовники райские, ебать, не хуже Шока, шалом, блядь, шок. Моя ёбда между твоих ног, мой язык между... Бля, не мой, не в пизду. Твой язык, бля, между моих полужопий. У рэпера Шока строго волосатая жопа, на которой фанаты расписываются ему, ебать.